Всем привет, вас приветствует игровой канал Сайн Геймер, снова Пашок, и вы смотрите обзор модов на GTA San Andreas, уже 88 выпуска. В этом выпуске я взял мод, который называется «Система укрытий», который добавляет саму систему укрытий, например, как в некоторых играх, как в «Мафии», GTA 4, GTA 5, но еще во многих играх была система укрытий. И как же это работает? Подходим к любой, например, стене и нажимаем на клавишу S, когда мы садимся. И CJ встает вот такую вот позу, типа укрывает. Также здесь мы можем вот так вот бегать. И также, например, можем стрелять. Хоп, постреляли. И CJ сам забегает. Прицеливаемся и еще раз стреляем. Не достает, к сожалению, пистолет. Давай, вот, нет, давайте, например. А, все, он отошел от стены. С базукой, видимо, нельзя. Ну ладно, давайте еще раз подойдем вот так вот. И, например, постреляем в кого-нибудь. И вот мы вот так вот можем стрелять, и CJ потом сам это входит опять в это укрытие. Как же выйти из этого укрытия? Просто нужно нажать клавишу пробел. Также мы можем укрываться, например, за машинами. Остановись. Не хочет останавливаться. Сейчас давайте какую-нибудь машину тормознем. 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 Так, чувак, все. И также нажимаем на S и укрываемся за этой машиной. Где-то так хобно, там коп такой. Оп. И все, и в укрытии. Довольно-таки очень хороший мод. Так, все, поломать. Также можем укрываться, например, за какими-нибудь оградками. Например, ну, на стенку. Он может забор бы какой-нибудь найти бы такой, который ломается. Блин, ну что сейчас, где нигде здесь его рядом-то и не найду. Ну ладно, вот такой вот довольно-таки интересный мод. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Паш. Не забудьте подписаться на канал, также поставить палец вверх и прокомментировать ролик. Всем удачи, всем пока.